Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня приехали с Андрюхой. Вон там Андрюха у нас закидывает. Приехали на ночную рыбалку. Будем пробовать поймать карпа и сома. Что у нас получится, мы не знаем. Ну, какие-то поклевки есть мелкие. Но это не то, что мы ждем. У меня левая закинута на сома. Это правая на карпа. Вот там вон Андрюхи какая-то поклевка. Будем пробовать. Да, пришла мне еще вот такая вот штука от магазина Будгуд. Она от комаров. Уже комары начинают летать, нас тут начинают. Ой, ё-моё, пауэрбанк упал. Комары начинают жрать, и магазин заявляет то, что она будет отпугивать комаров. То есть мы вставляем пауэрбанк, включаем такой неоновый свет и, не знаю, слышно, не слышно, но идет вентиляция. И должна отпугивать комаров. На этот магазин и на этот товар, получается, да, товар, на этот отпугиватель комаров. Оставлю ссылку под этим видео. И будем сегодня тестировать. С утра, я думаю, сегодня вам расскажу, как она себя проявила. Работает, не работает. Ну, будет видно. Две стоят у меня там. То, что говорил, одна на карпа, вторая на сома. И вот одну в это озеро закинул. Тоже на сома. Ну, поставил здесь бойл. Потому что здесь Андрюха в прошлый раз взял сома альбиноса. Блин, мало того, что сом сам красивый, так он еще и полностью белый был. Крутая рыба. Ну, гуси наши местные. Есть надежда, что поймаем мы сегодня его тоже, потому что у Андрюхи тоже одна удочка здесь закинута, и у меня одна. Съела? Пустой. У Андрюхи рыбу съела с крючка. Ну, будем ждать. Вся ночь у нас впереди. И еще немножко утро зацепим. Ну вот, залез в палатку. Включил свет, тут лампу такую. На лампу начинали налетать комары, мушки всякие. И включил вот эту нашу штуку, про которую вам рассказывал. Ну, вроде бы пока комары улетели все и пока не грызут. Так что вроде бы она работает. Если так, то это очень хорошая штука, когда едешь на рыбалку куда-нибудь, на природу даже просто. Была поклевка на сама, на рыбу. Но что-то пошло не так, и мы его не поймали. С молоком? Есть. Походу карпик. Я не знаю, на камеру, наверное, не видно ничего. У меня вторая удочка, не надо туда нам идти.
Какой-то он странный немножко. Ну вот такой вот ночной карпик у нас. Красивый, зеркальный. С такой чешуей вон какая. Тихо. Сейчас я еще сфоткаю его и будем отпускать. Ну, какой красавец, смотрите. Ночной разбудил нас. О, красивая рыба. Давай, дружище, только сейчас не прыгай. Мы тебя отпустим красиво. Все, спасибо. О, зарылся. Спасибо. Я не помню, на что клюнул этот карп, если честно. Я доставал с этого пакета. Тут очень много разного бойла. Разного вкуса, блин. Не знаю, вот так может видно. И на что клюнул, я даже не помню уже. Ну ладно, попробую что-то поставить. Поставлю вот такой вот. Не знаю, что это за вкус. Ну, посмотрим, может что-то еще будет у нас. Есть! О, что-то хорошее. На меня идет. Включим свет поярче. Карпик. В домике. Ну, вот как и говорил. Не знал, что за бойлер стоял у меня. Поставил вроде бы тот же. Вот такой вот. И он сразу же клюнул у нас. Ну, это приятно. Он какой красавец. Давайте, наверное, его взвесим. Так, у нас на весах по нулям. Я не знаю, видно сейчас что-то на камеру, не видно. Четыре 700. Ну все, фоточки сделали, фотки уже в Инстаграме, на Фейсбуке. Ссылка на это все под этим видео. Он какой красивый. 4700. Посмотрите, какая у него, какой хвост у него. Лопатка. Ну тихо. Ладно, все. Пойдем его отпускать. Я надеюсь, на камеру это что-то видно, блин. Только не прыгай, друг, пожалуйста. Давай, родненький. Спасибо тебе. Тихо, тихо. Спасибо. Пошел. Ну, за полчаса второй карп у нас. Сейчас бойл менять не буду. Закину этот же. Посмотрим. Может, подобрали вкус. Пойдет дело. А может, нет. Ну вот. Забиваем кормушечку. Делаем такой небольшой шар, прикормку в эту пружинку. Бойл оставляем тот же. Ох, там что-то у нас плесканулось в озере.
сейчас осталось нам попасть в ту же точку, в то же место. Чуть правее надо было кидать. Ну ладно, сейчас простительно, сейчас темно, нифига не видно, блин. Ладно, заряжаем и будем ждать дальше. Ну, скоро будем чай пить. Сегодня вот такие у нас самые клюют. Андрюх уже второго такого поймал сегодня. Часто поклевывают они. Вот второй только засекся. Пойдет растить дальше. Все, ушел. Ждем его на дедушек и бабушек. Подлещик. Разбудил меня, падла, блин. Вот такой вот красивый подлещик. Спасибо. Ну что, за ночную рыбалку два карпа говорю. И то они клюнули в течение получаса. А так, какие-то сигналы были по клевке пики. Ничего толкового не было. Что вам сказать? За это стоп-комар. Антикомар. Не знаю, как ее назвать. Ну, в палатке были комары, летали ночью. Включил эту ерунду, как бы перестали летать, но как бы не встречал их там в палатке и как бы не кусали, то бишь можно сказать, что она работает и помогает. Так что повторюсь, ссылка на антикомар, стоп-комар будет под этим видео в описании, так что переходите, смотрите, может кому-то будет интересно. Я ее, наверное, буду брать при все время на рыбалку, потому что когда нету комаров, это гораздо лучше, чем когда они грызут. А так, к пауэрбанку подключил ее, поставил. Он, я считаю, за всю ночь 27% съела. То бишь, не так уж это и много. Но сейчас я буду отключать ее, поставлю сюда камеру, чтобы заснять паровозы. Я надеюсь, они еще будут у нас. Так что смотрите, что будет дальше. Вот такой вот вид у меня с утра с палатки. Сейчас бы еще паровозик бы. О, счастье было бы точно. Что-то хорошее.
Похоже, это сом. Андрюха! А если это не сом, то это достойный карп. Главное, чтобы... Вот как оно... Главное, чтобы не сошла. Андрюх, поможешь? Сом взял. Остановить даже не могу. Да. У меня там безбородый крючок стоит. Вроде бы везет. Похоже, хороший сом взял. Эта удочка у меня стоит на бойл. Карпа ловлю на нее, пытаюсь. И кто-то взял у нас сом. Стрёмно, что безбородый крючок, блин. И он не такой уж и большой там. Возьмем мой подсак. Камеру потом, если что, можешь на землю положить. Это одна рука, наверное, будет. Главное, чтобы меня еще не клюнуло там. Потому что у меня поклевки были. Да? Да. На рыбу? Да. Старайся. Ну да. Так. Молодцом, Серега. Положи ее, наверное. Угу. Давай. Я пойду свои вытащу хотя бы удочки. Да, да, да. И сейчас вернусь. Ну, оставляй тогда. Сейчас вам покажу, как он заглотил. Вот, видите, где крючок? Хорошо, что не перетер, блин. Ладно, сейчас буду его цеплять. Ну вот такой вот красавец. Это, конечно, не монстр, который тут есть в этом озере, но все же приятный бонус под конец рыбалочки. Ну все, сом у нас
9,5. Это, наверное, рекорд мой или нет? Я не помню уже. Будем отпускать его. Сейчас пойдет красиво. Все, спасибо ему. Ну что, сам у нас этот клюнул вот на такой бойл 15, не знаю, что это, если честно, как переводится. А крючок у меня стоит, сейчас вам покажу. Крючок у меня стоит. Где же? Это карповый крючок. Кордо, да. 8-й номер. И вот на такой крючок взял этот карп. А шнур, который я использую как поводок, это тоже кордо. 20 метров, 22 килограмма, выдерживает 50 ЛБ. Так что вот такая вот тема. Ну, пока будем ждать еще. Ну ладно, будем заканчивать рыбалку. Отловились неплохо. Ночью 2 карпа, то что было, подлещик. И утром 2 трофейных сома. Рыбалка удалась. Это можно сказать теперь точно. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч. Пока.